Добрый день, меня зовут Каспирович Олег. Я являюсь владельцем сети кафе. Этот тренинг меня привлек тем, что мини-МБ стратегическое планирование, то есть зашел в тупик, дошел до определенного уровня, и дальнейшее развитие встало в ступор. Придя на этот тренинг, он мне очень много дал в плане дальнейшего развития, по крайней мере, нашей сети. И самые, конечно, классные вещи, которые увидел, это коэффициент участия, трудового участия нашего какого-то сотрудника определенного, что теперь можно им конкретно сказать, что они будут делать и до какого уровня они будут, после какого уровня они должны достигать своей задачи. Ну и, конечно, миссия, то есть без этой штуковины, как миссия, дальнейшее развитие нашей сети, в принципе, ушло в тупик. То есть без миссии, никуда, только с миссией. И хочу порекомендовать вам, так сказать, тренера, у которого я уже знаю, наверное, лет 7-8. Он многое помог мне, то есть, так сказать, начало моего подъема пошло как раз в тот момент, когда первый раз я пришел к Павлу Борисовичу Колесову на его тренинг. То есть обязательно сходите на и на мини-MBA, и не только на его. Есть куча хороших тренингов у этого прекрасного центра, так сказать. Все, всем спасибо.